Трамп ожидает снижения цен на бензин в 2019 году. По словам американского президента, цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на бензин. Об этом американский лидер написал в Твиттер в среду, 2 января. Цены на бензин низкие, и ожидается, что они станут еще ниже в этом году. Это хорошо, отметил Трамп. По данным Global Petrol Prices, литр бензина в США стоит около 69 центов. CTS снизили цены на топливо. Ранее стало известно, что Эквадор на 25% повышает цены на бензин. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.